Ваня, да. Встань и крутись. Придумал себе 4 весла, и теперь не знаю, что с ними делать, нечисти. Да нет. Так, подойдите все, успокойтесь. Кого еще нету, кто пойдет купаться? Если придут деревенские, их надо предупреждать. Чтобы вы им передали... Тарасий, успокойся пока. Все. Инструкция дается для того, чтобы вы остались живы без повреждения. Что необходимо? Делать так, как положено. Вот оно лежит, и на него не наступает. Вот ее положите, а туда не залазьте на землю. Там под ним может быть острое что-то, и она сразу проткнет лодку. Пока я строжился, все до одной подушки ровные, все было. Сейчас уже взять нельзя, полностью оторваны. Вот чем заткнут они, где, дай-ка там покажу. Вот посмотри, это делается не в один день. Вот она, пожалуйста, оторвана, она уже негодна. Угу. И это нету нигде. Где они? Оторвались. Ты можешь сейчас созвать весь уголовный розыск, и никто не найдет. А потому что все такие. Ну, это вам легче. Когда я делаю, даю инструкции или замечания делать, я вижу, как вам это не нравится. Не по носу. Говорит, морды воротят. Все, вот это вот уже его никто не отремонтирует. Дай сюда. Ты думаешь, что это Володя будет ремонтировать? Или Никита, глянь на него. Да Никите, лишь бы постель осталась, хоть вся Австралия исчезнет сегодня. Это абсолютно безразличие. Так, хорошо это или плохо? Плохо. То есть люди эти не думают о завтрашнем дне. Какие после нас придут люди? Я когда говорю, у Никиты вид такой. Ожидание чуда меньше, чем, наверное, те, когда Лазаря 4 дня нас ждали. Все абсолютно безразлично. Одного его никогда не пускают туда, он половину утопит их. Значит, в лодку садится не больше, чем 2 человека, 2 с водителем. То есть получается 3 головы. Большой или маленький не набивать. Я что говорю, Вань? Садится по 2 человека. По 2 с руководителем. Да. Весла туда не вставлять в отверстие, она клапана отрывает. Ну, повторяйте. Весла не вставлять в отверстие, отрываются клапана. Так, никуда далеко не плавать. Никуда не больше метров 15 от берега и вдоль берега. На середину не плыть. Тебе какая разница, под тобой там 2 метра или 42 метра. Если еще случится, а вы об этом если совершенно не думаете, вас пока там достанут, вы уже карасей кормить будете. Прося, ты слышишь, нет? Да. Никита, ты повтори, что я сказал. Карасей кормить будут. Только карасей ты съешь быстрее их. Я до этого то еще говорю, под на карасей-то. Далеко не плавать, только вдоль берега вот. И метра на 15. Такого карася пусти с вами, так он и всех на уху пустит. Значит, когда лежит лодка здесь, в нее ногами не залазить, а обувши в них не садится. Сохраните хоть немножко что-то для тех, кто за нами приедет еще. Вот это сделал кто-то, он даже им оторвал. А как? Почему оторвано? Потому что ее надо вот так вот держать. Вот. Когда она надута уже, вот она, где она тут? А что утопили-то? Зачем? А как она надута? А? Ну так и делает. А как она надута? Ее и надо вот так вот потянуть, чтобы не порвалась. Во, Коля, что с твоей кепкой? Понимаете, что? Никогда этого не давала. Ее надо держать рукой вот так вот. А потом выкручивать. Что ты с ней делал, не знаю. Вот так вот, а ногтем потихоньку вытаскивать. Но так же не делается. Вот ее сразу, как он ее тянул, вот за эту вот, тянул за эту, пока не оторвал. Вот как там, когда если ты берешь, я в прошлый раз видел, берешь и вилку вытягиваешь, не подходи к электричеству. Значит, надо держать штепсель. Тихо. Чтобы не оторвать провода. Отдельно не посылайте, они никогда этого не делали, не знают. То есть это разрушительное племя за нами идет. Видишь, он как поворачивается. Он куда угодно сейчас, шариком он уже полчаса возится, и он туда смотрит. Человеческой нету. Это Маугли готовый. Что ему говоришь, это для него нет. Это вишенка. Он перебирается. Стой на месте. Так, на края, вот надутая часть, не садиться, сидеть на подушках. Повторять. Коля, что я сказал? На края не садиться. Какие края?
На край лодки. У земного шара край, да? Нет, на край. Вот в этой лодке не садиться на борта. Сторож сказал, может, что-то еще не все сказал. Нарушение, сразу его к берегу высаживай, и больше плавать никогда не будешь. Нам не надо, чтобы... Ну, у нас одно еще правило, что один должен быть обязательно из ребятишек, кто умеет плавать. Ну, вот видишь, какое. А я не взрослый, плавал. Один плавающий, один не плавающий может быть. И вот когда двое есть, руководитель, кто в лодке сидит-то, он должен хорошо плавать. Мало ли еще. Далеко от берега не отплывать, больше 10 метров не плавать. И где-то коряги торчат, не подплывать. Не доезжая до плотины, в эту сторону плыть-то. Туда не надо, плотина. Там, где у нас пирс, там гвозди везде торчат. Потому что лед все разорвал. Ну и все. А теперь меня спросите, а ты веришь или нет, что они не будут нарушать? Да сейчас нарушать начнут. Сейчас пойдут, за ворота зацепятся, где угодно. То есть, что бы я ни наказал, это абсолютно никакой роли не играет. Почему это племя такое? Так, бери все это, иди. А ты, Володя, накачать. Тебе надо быть на занятиях. Накачать. Вовремя. Ну, набирайте. Накачивайте. Мне надо быть на занятиях. Смотри, время. Главное, лягушка уже, это шланг порванный. Мне сказали. Как будто бульдозер. Ну, гугл сходить надо потом. Уйди, просят тебя, да, уйти. Сразу покачать. Давайте. А пойдемте с нами на лодках покатаемся. Нет уже, я хочу. Вы давно не катались. Ну, сейчас я поживу. Все на этом, да? Забирайте лодки. Там будете закачивать. Все, забираем. Сколько взяли подушек? Посчитай, сколько подушек, сколько весел. Четыре весла. Сколько подушек надули? Четыре. Раз, два, три. Должно быть шесть. Лодки не опрокидывать. Лодки не опрокидывать. Потом, значит, положение нести. Четыре и нести за веревочку поддерживать. Четыре подушки. Мы тоже нести хватит. Будем. А где еще одна? Здесь шесть должно там, быть. Там, Володя, что-то есть? Нет? Под ногами у Коли подушки. Если есть, оно будет вывалено. Нету. Так, давайте, берите. Вы на понести, да? Коля, под ногами две подушки. Я и Володь, на мой на понести. Нам с Ваней. Ваня, ты отдай весла, тебе надо. Нам с Ваней, мой на понести. Давай я весла понесу. Мы с Ваней понесем. Я не буду. Так, подушку заберешь? Кто пошел с ним? Мы с Ваней понесем. Че? Кто старше там? Ну, мы все идем. А? Мы все идем. И ты идешь? Конечно. А ты не опоздаешь на занятия? Ну я пораньше выйду тогда, да и все. В прошлый раз опоздал, пораньше твои. Я проконтролирую. По-моему, Галя, возьми на себя это все. Хорошо. Если еще Никиту учили слово. Эй, а вот ты подлога? Ну, это понесли девчонки, а лучше парней делают. Ну это что? Заложит. Не надо ее лодку-то полностью опускать в воздух-то. Так и поставить, как раньше делали. Все на этом, пошли.